При формировании рыболовного арсенала многие начинающие спиннингисты ужасаются при взгляде на стоимость именитых колеблющихся блесен. Да и не только новичков это касается. Многие бывалые спиннингисты также предпочитают ловить хищника на бюджетные блесны, которые не страшно потерять. И зачастую они идут верным путем. Ведь нередко простая блесна стоимостью менее сотни рублей позволяет прийти домой с желанным трофеем. В этом видео мы определим 5 наиболее уловистых бюджетных колеблющихся блесен. Пятое место. Микада Дайвер. Узкая блесна с вытянутым телом, которая отлично подходит для ловли не только щуки, но и судака, а также других хищных рыб. Блесна имеет S-образный профиль, благодаря которому отличается соблазнительной извивающейся игрой, которая вряд ли оставит равнодушным даже пассивного хищника. Четвертое место. Fishing Roy Cyclops. Опытные рыболовы без труда узнают в этой приманке черты французского исходника. И даже название модели производитель менять не стал. Конечно же, с оригинальным циклопом от Maps сравниться очень сложно. Тем не менее, бюджетная реплика исправно соблазняет щуку на совершение атаки. Третье место. Fishing Roy Slider. Еще одна модель, которая подозрительно что-то напоминает. Напоминает что-то из Финляндии. Как бы там ни было, а копирование давно уже зарекомендовавших себя форм приводит к результату. И Fishing Roy Slider вполне можно назвать хорошей самостоятельной приманкой. Ввиду конструкции лучше всего подходит для ловли летом на заросших водной растительностью участках водоема. Второе место. Spinning Spike. Одна из вариаций на тему шторлика давно уже завоевала признание в среде широкого круга спиннингистов. Пайк – это классическая щучья блесна с широким корпусом. При проводке она неспешно переваливается сбоку на бок, не оставляя равнодушно не только щуку, но и окуня, и даже сама. Блесну практически невозможно загнать в штопор, а потому она отлично подходит для начинающих спиннингистов. Первое место. Spinex Atom. Об уловистости советского атома ходят легенды. Но оригинальную советскую блесну найти очень сложно. Есть именитые современные аналоги, но их стоимость доходит до 8-10 долларов. Неужели не получится половить на знаменитый атом, не опустошив при этом кошелек? Ничего подобного. Здесь нам на помощь вновь приходит компания Spinex, которая производит уловистые колеблющиеся блесны приемлемого качества. Лучше всего при ловле щуки показывает себя блесна в весе 14-20 грамм. Первая подойдет для мелководных заливов, а вторая для большой воды. Ссылки с выгодными ценами на приманки вы можете найти в описании к видео. Если хотите узнать еще больше полезной информации о рыболовных приманках, подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание и счастливо!